Здравствуйте, меня зовут Игорь Валерьевич, я доктор-анестезиолог Dental Fantasy. Хотел бы немного вам рассказать о том, как проходит лечение в наркозе. Лечение в наркозе в сети клиник Dental Fantasy максимально безопасно и эффективно. Во время лечения в наркозе мы используем самые современные препараты, включая оригинальный Севаран и препараты для профилактики различных ситуаций, таких как аллергии, послеоперационная тошнота и рвота и другие. Во время наркоза мы используем Гарвардский расширенный мониторинг для того, чтобы контролировать состояние пациента на протяжении всего времени лечения. Сюда входит постоянная съемка кардиограммы, сатурация, степень насыщения крови кислородом и полностью весь мониторинг дыхательных функций. Во время наркоза постоянно присутствует 5 человек команды. К ним относятся доктор-стоматолог, 2 ассистента, доктор-анестезиолог и анестезистка. На крайний случай возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций у нас есть готовые комплекты для оказания помощи в любой ситуации.